Две красноярские спортсменки вернулись домой с международных соревнований с медалями. Сегодня их поздравил губернатор края Александр Ус. Ольга Хорошавцева взяла бронзу на чемпионате мира по спортивной борьбе. Это первый случай за 10 лет, когда Красноярка стала призеркой такого состязания. А Юлия Зыкова привезла из Италии с чемпионата Европы сразу 3 медали по стрельбе. 2 золотых и 1 серебряную. Девушки получили благодарственные письма и памятные подарки. Например, часы с гербом края. После награждения спортсменки смогли пообщаться с главой региона в непринужденной обстановке. Мне для подготовки, например, нужна малокалиберная винтовка на предстоящий сезон. И мы решали этот вопрос через министерство, но тут тоже упомянули этот вопрос. И губернатор сказал, что занимаемся этим вопросом, чтобы уже подойти к Олимпийским играм в полной готовности.